Здравствуйте, дорогие друзья! Наш сегодняшний видеосюжет посвящен новым экспонатам, которые были переданы в Мордовский краеведческий музей Алферьевым Алексеем Михайловичем и Капрановой, урожденной Алферьевой, Надеждой Владимировной. Алферьевы – это дворянский род, которому на территории Мордовского края принадлежал ряд населенных пунктов, таких, например, как Лопатино, Болотниково, Уда. Все переданные предметы связаны с историей рода Алферьевых, и список этих предметов обширен. Постельное и столовое белье, ковры, предметы быта, гардероба, фотографии. И сейчас мы вас познакомим с некоторыми предметами. Давайте представим, что вы пришли в музей. Рассматривайте экспонаты и читайте к ним этикетки.